Любители сторис, привет всем большой. Я вот сейчас пока иду на стоянку, хотел с вами посоветоваться. У меня тут много специалистов, очень интересных и нужных, и правильных людей в подписчиках. Поэтому вот хочу вас вопрос совет спросить. Короче, мы живем в обычном панельном доме девятиэтажном. И у нас, короче, на восьмом этаже живут соседи, алкаш со своей женой. И у них два астафашистских терьера. И они регулярно ходят без намордников. И даже не только без намордников, но еще и даже без ошейников. Ну, без поводков, в смысле. И вот я сейчас спускался, вот спускаюсь просто вниз по лестнице. И вот прямо перед лифтом последний пролет. Он стоит, значит, этот стафор. Стоит этот чувак там на меня, еле полуоборачивается. Я спускаюсь, естественно, замираю, потому что встречаюсь с ним глазами. И тот стоит на меня, смотрит, я смотрю на него, я смотрю на хвост. У собак же, когда обычно они радуются, у них хвост, хвостик болтается. У второй, как бы, часто болтается хвостик, но это единственное, чем мы себя тут успокаиваем. А у этой, значит, стоит и не шевелится. Я думаю, блин, ну что, вот сейчас это произойдет. Хорошо, я в мотокуртке хотя бы, может, как-то хоть поможет мне это. Вот, и... Короче, прецедентов не было, он там, заходи в лифт, там, загнал ее пинками, прям реально пинками. Вот, и все, я прошел. Но мы постоянно с ним встречаемся, и ребенок, и жена, и вообще все это очень стрёмно выглядит. И я вот хочу у вас совет спросить, есть какой-то способ официально с ними бороться? Прервалось там звонком. Короче, вопрос, как правильно и официально найти управу на такие обстоятельства. То есть задача просто в том, чтобы человек заходил, таких собак выгуливал в наморднике, особенно в подъезде, возле детской площадки и с поводком. То есть, ну, типа, окей, живут, проблем нет, но просто это выглядит реально очень-очень стрёмно. Когда ты открываешь подъездную дверь, и два стафора на тебя выходят, это каждый раз просто лютый стресс. Вот я вам серьезно говорю. Вот, поэтому... Вот эти все разговоры там, что типа они добренькие, ну то есть это же как бы все же понятно, что это все бред, потому что никто не знает, что у собаки в голове, и прецедентов огромное количество, когда собаки добренькие, и потом разрывали на куски там чуть ли не хозяев собственных, поэтому что делать, совет, вот такой совет, что делать.